Сегодня Всероссийский день эколога. Традиционно в этот день проходят акции по сохранению окружающей среды. В Северной Осетии очищали берег реки Терек. Участники акции собрали десятки мешков мусора. Марина Караева продолжит тему. Мусорный пакет, перчатки, позитивный настрой. Этого достаточно, чтобы привести общественную территорию в порядок. Сегодня представители Министерства природных ресурсов республики вместе с волонтерами очищают берег реки Терек в рамках акции «Вода России». Ее проводят в республике уже 7-й год. Даже просто иду, и везде валяется мусор. Я вот сам тоже не могу выбросить мусор. Я тоже вот здесь тренировался прошлым летом. Очень много мусора было. И вот... волонтеры и все вот такие общественные движения, мы хотим улучшить экологию города. Эко-добровольцы прошли 2 километра береговой линии. За пару часов ребята собрали 50 мешков мусора. В основном пакеты, бутылки, упаковки из-под семечек и многое другое. Такая уборка проходит не только во Владикавказе. Во всех подведомственных подразделениях нашего министерства. Значит, часть людей сейчас вот убирает здесь вот эту водную станцию, берег реки Терек. Часть людей наших, значит, сегодня работают на уникальном природном памятнике Бикан. Там, да, у нас тоже субботник есть. Сегодня, да, это происходит сегодня. И я, конечно, благодарен всем тем неравнодушным людям, которые поддержали эту акцию. Здесь я наблюдаю волонтеров. Вот здесь есть учителя, вон они идут. Учителя и маленькие дети из Беслана. Вот, школьники у нас присутствовали. Также в День эколога в Министерстве природных ресурсов республики наградили отличившихся сотрудников природоохранной структуры почетными грамотами и премиями. С профессиональным праздником экологов поздравили и ученики 34-й школы поселка Заводской. Подготовили целую программу с танцами, песнями и стихами. Я обнял глобус, шар земной, один над сушей и водой, в руках мои материки. Мне тихо шепчут, береги. В зеленой краске лес и дол. Мне говорят, будь с нами добр, не растопчи нас и не жги. Зимой и летом береги. Сотни мероприятий по очистке берегов рек прошли сегодня по всей стране. Они объединяют всех неравнодушных граждан, благодаря усилиям которых наша планета становится чище. Марина Караева, Батырбек Макиев. Новости Осетии.